паутина, которая всех опутала. Конечно, другие... паутина. Ну, хорошо отношусь. Ну, а другие говорят, это возможность общаться. Что у вас? Это возможность общаться. Наверное, все-таки надо просто находить какой-то баланс, не погрязать в этом всецело. Я только в одной из соцсетей, не буду оглашать какой, но... Я когда-то была в Одноклассниках, и меня, честно, вот просто засосало. Это впервые, это моя первая соцсеть была, в которой я общалась, и меня просто туда затянуло. Я даже перестала общаться с людьми вот наяву. Вот сидела с утра до вечера дома, вот в этом компьютере. Ну, слава богу, это темное прошлое позади. Давайте все-таки не забывать, что рядом живые люди, потому что вот все чаще видят, что молодежь, да и не молодежь, чего, у нас тоже в компании так, сидят все с телефонами и общаются, вот когда вот друзья все это вокруг. Рядом. Поэтому давайте все-таки сортировать, не путать вот эту вот компьютерную жизнь с настоящей. Спасибо вам большое.